Hello everybody, my name is Daria and for today the next famous idiom which we use in Russian. It's raining cats and dogs. Льёт как из ведра. Льёт как из ведра. Literally, to pour is from a pail. It means to rain very heavily. Let's see how to use it in context. Don't forget your umbrella. It's raining cats and dogs. Не забудь зонт, на улице льёт как из ведра. You may add the word дождь. Не забудь зонт, на улице дождь льёт как из ведра. Не забудь зонт, на улице льёт как из ведра. Не забудь зонт, на улице льёт как из ведра. Не забудь зонт. На улице дождь льет, как из ведра. It has been raining cats and dogs all morning. Все утро дождь льет, как из ведра. Все утро дождь льет, как из ведра. Все утро дождь льет, как из ведра. Well, the weather forecast for today is light rain, but I see that it's raining cats and dogs. Прогноз погоды на сегодня – легкий дождь. Но я вижу, что льет, как из ведра. Прогноз погоды на сегодня – легкий дождь. Но я вижу, что льет, как из ведра. Прогноз погоды на сегодня легкий дождь, но я вижу, что льет как из ведра. I can't drive the car now. It's raining cats and dogs. Я не могу вести машину сейчас. Дождь льет как из ведра. Я не могу вести машину сейчас. Дождь льет как из ведра. Я не могу вести машину сейчас. Дождь льет, как из ведра. Thank you guys for watching this video. If you have enjoyed, don't forget like and subscribe to my channel to learn more phrases, more idioms in Russian. Thank you. Bye.